княжна Мэри. Часть первая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте у подошвы Машука. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бишту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Вы знаете, мы sommes rentrés quand le soleil était couché. И мемми пенса. Bonjour, mesdames. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большей частью семейства степных помещиков. Сколько здесь смертных? Да уж, не столица. Именно столица. Только для желудка. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Боже, это при вашей музыкальности. Ну вот, еще вообще не хватало. Поднимаясь по узкой тропинке к источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. Когда же мы пойдем смотреть в трубу? Ты обещал. Пойдем непременно. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними было 2 гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Печорин? Печорин. Давно ли здесь? Грушницкий. Ну как же ты здесь и не объявился? Я приехал вчера вечером. И где же остановился? Да я пока... Я могу порекомендовать тебе отличное место. Дом окружен садом. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Мы встретились с старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. Мы ведем здесь жизнь довольно прозаическую. Пьющие утром воды вялы, как все больные, а пьющие, ну, вечером несносные, как все здоровые. И ты один? Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски.
А нынешний год из Москвы одна только княгиня Ликовская с дочерью. Но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Я заметил, что шинель тут не диковинка. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыни. Вот, княгиня Лиговская, а с ней дочь ее, Мэри. Она так ее называет на английский манер. В эту минуту прошли колодцы мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Их лиц я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. Они здесь только 3 дня. Однако ты уже знаешь ее имя? Да, я случайно слышу. Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Это гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. Какое им дело, если ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью? Бедная шинель. Не смейся, это правда. А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы? О, это московский франт, Раевич. Он игрок. Это беда тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно Робинзон на Крузое. Да и борода, кстати, и прическа. А-ля мужик. Ты озлоблен против всего рода человеческого. И есть за что. О, право? Моншер, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их. Ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза. Именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Однако. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие. Они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только есть хорошего. А что у нее зубы? Белы? Я прав. Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. Ты говоришь об хорошенькой женщине, как о породистой лошади. Я просто не знаю. Ну, что чего, такое. Чего? Сколько раз я тебе говорила, что это не баловство лечения. Ну, полно, он нечаянно. С полчаса гулял я по виноградным аллеям. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. И это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у источника. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Он уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал. Ты видел? Видел? Это просто ангел. Отчего? Ну, разве ты не видал?
Нет, видел. Она подняла твой стакан. Да, согласись. Если бы был тот сторож, то он сделал бы то же самое, еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту? Нет. А мне показалось, душа сияла на лице ее. Я лгал, но мне хотелось его побесить. Признаюсь, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, вдруг явно при нем отличившую другого, не был этим поражен неприятно. О, еле дошел. Ах, доктор! На дворе становится невыносимо жарко. На этом диване самое прохладное место во всем доме. Но сегодня и тут мухи не дают покоя. И все-таки это куда лучше, чем путешествовать по жаре к источнику. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Я давно заметил, что дураки самые прилежные пациенты. Любезный доктор, без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас, двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности. И потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово для нас – целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно. И вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство – рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость. В вашей галиматье, однако, же есть идея. Две. Скажите мне одну, я сам скажу другую. Хорошо, начинайте. Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды? Я уже отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали. Доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг у друга. Теперь другая. Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне? Вы уверены, что это княгиня, а не княжна? Совершенно убежден. Почему? Потому что княжна спрашивала об Грушницком. У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль. Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении? Разумеется. Завязка есть. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится об том, чтоб мне не было скучно. Я предчувствую, что бедная Грушницкая будет вашей жертвой. Дальше, доктор. Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Так. Я и заметил, что верно, она вас встречала в Петербурге где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя, оно было ей известно. Наружность Вернера была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души, испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндимионов.
Надо бы надать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. Вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа «В новом вкусе». И я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор. Достойный друг, в вашу руку. Извольте. Ну, если хотите, я вас представлю. Помилуйте, разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. И вы в самом деле хотите волочиться за княжной? Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди? Во-первых, княгиня. Женщина 45 лет. У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена. На щеках красные пятна. Так. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве. И тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Я велел обеим пить по 2 стакана в день кисло-серной воды и купаться 2 раза в неделю в разводной ванне. Она мне объявила, что... Вернер человек замечательный. Он скептик и материалист, как все почти медики. А вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах. Хотя в жизни свою не написал 2 стихов. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в ученость. И хорошо делают, право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питают, что 40-летними остряками. А вы были в Москве, доктор? Да, я имел там некоторую практику. Продолжайте. Да я, кажется, все сказал. Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочь. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно обществу. Ее, верно, холодно приняли. А вы никого у них не видали сегодня? Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный. А на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью. Родинка. Неужели она вам знакома? Теперь ваша очередь торжествовать. Только я на вас надеюсь, вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит,
отнеситесь обо мне дурно. Ну что ж, коли вам так угодно, пожалуй. Когда Вернер ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся, и потом она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан. Ничего не забываю. Ничего. Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговским? Решительно. Помилуй, самый приятный дом на водах. Все здешнее лучше общества. Мой друг, мне не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь? Нет, еще нет. Я говорил раза два с княжной, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко. Хотя здесь это и водится. Хорошо, что мы вышли. Другое дело, если бы я носил эполеты. Помилуй, да эдак ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем. Какой вздор. Я уверен, что княжна в тебя уж влюблена. У тебя все шутки. Во-первых, она меня еще так мало знает. Женщины любят только тех, которых не знают. Да я вовсе не имею претензий, ей нравится. Я просто хочу познакомиться с приятным домом. И было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды. Он покраснел до ушей и надулся. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Я стал его рассматривать, и что же? На кольце мелкими буквами было вырезано имя Мэри. И рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Грушницкий из тех людей, которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Это был Грушницкий. А, доктор, и вы здесь. Что поделаешь, сопровождал нового пациента. А Грушницкий тоже ваш? Я смотрел его один раз. Ему повезло, пуля прошла на вылет, и рана быстро затянулась. Я полагаю, что теперь уже костыли ему служат более для эффекта, нежели для ходьбы. Ну, производить эффекты – это его наслаждение. Такие нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Он мне говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной тайной между им и небесами. Думаю, что и приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Он теперь принял такой таинственный вид, ходит мимо Лиговских и никого не узнает. Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине. Кстати, я был у княгини в тот момент, когда по улице провели вашу лошадь, покрытую чудесным персидским ковром. Княжна так уговаривала свою маменьку не скупиться, а я нарочно дал 40 рублей лишних, чтобы перекупить его. Ну, в таком случае можете торжествовать. Эффект получился самый драматический.
продолжении 2 дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали 2-3 эпиграммы на мой счет. Довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других. И мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют. И, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок. О, моги, мадам, кель черкес, Печорин? Да. А знаешь ли, что княжна тебе говорила? Как? Она тебе уже говорила обо мне? Не радуйся, однако. Я как-то вступил с ней в разговор у кого-то случайно. И третье слово ее было. Кто этот господин, у которого такой неприятный, тяжелый взгляд? Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании. А право жаль, потому что Мэри очень мила. Ну да. Она не дурна. Только берегись, Грушницкий. Русские барышни большей части питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если 2 минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб. Ну, конечно, вы победители петербургские. Другое дело, только посмотрите, так женщины тают. Сегодня я пришел к колодцу, когда никого уже не было. Белые мохнатые тучки бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом него велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Я подошел к самому гроту, смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уж вернуться, чтобы не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула. Вера! Я знала, что вы здесь. Мы давно не видались? Давно. И переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь? Я замужем. Ты любишь своего мужа? Он очень ревнив. Что же, он молод, хорош, особенно, верно, богат. Ты боишься. Скажи мне, наконец. Тебе очень весело меня мучить. Вера. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий. Вера.
У тебя руки холодны, как лед. Ты больна. Нет, со мной все хорошо. Я почти не кашляю, а тут совсем ожила. Мы приехали, потому что у мужа ревматизм, очень болит нога. Он хромает? Да. Я видел его вчера на бульваре с Леговскими. Да, он дальний родственник княгини. А, так доктор может познакомить нас? Нет. Ради бога, я умоляю тебя, я не хочу. Слышишь? Ну, хорошо. Как тебе угодно. Я глубоко уважаю его. Я вышла за него для сына. И он, мне кажется, понимает это. Тогда мы не можем видеться. Я часто бываю у Леговской, мы живем рядом с ним. Мой приятель волочится за молодой княжной. А ты? Я уже прошел тот период жизни, когда ищут счастье. Теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими. Ты знала, что встретишь меня здесь? Расставайся. Я думала, я была совершенно уверена, что мы никогда больше не увидимся. Я даже не надеялась, что ты меня будешь помнить. Не говори уж любви. Воспоминание о тебе всегда было неприкосновенным в душе моей. Пол, ты любил меня как собственность, как источник радости и печали. Ты единственная женщина в мире, которую я не в силах обмануть. Я не могу противиться тебе. Ты не будешь меня презирать за это. Не правда? Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять? Или это только ее прощальный взгляд? Последний подарок на память.
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое. Потому что я чувствую в душе мои силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на головы обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Княжна Мэри, часть вторая. Поздно вечером, то есть часов в 11, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов. Месяц подымался на востоке. Вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Я сел на скамью и задумался. Что делает теперь Вера, думал я. Я бы дорого дал, чтобы в эту минуту пожать ее руку. Печорин? Откуда? От княгини Леговской. Как Мэри поет. Знаешь ли что, Грушницкий? Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты рожал. Может быть, какое мне дело? Нет, я только так-то говорю. А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Я не думал, что так напугаю вас. Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верна о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться? Мне жаль, что я не имею еще этого права. Впрочем, для тебя же хуже. Теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль. Это один из самых приятных домов, какие я только знаю. Самый приятный дом для меня теперь мой. Однако, признайся, ты раскаиваешься. Какой вздор. Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини. Кстати... На той неделе бал по подписке в зале ресторации. Вот увидишь, я буду танцевать с княжной мазурку. Посмотрим. Даже чтобы тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной. Да, если она захочет говорить с тобой. Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай. Послушай, пойдем лучше в ресторацию. Там игра. Мне нужны нынче сильные ощущения. Желаю тебе проиграться. Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания.
В 9 часов все съехались. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз своей богини. Княжна Мэри, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Олеговская пренесносная девчонка. А что такое? Вообразите, толкнула меня, не извинилась. Да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. C'est impossible, чем она Messieurs, dames, le bal se poursuit. S'il vous plaît, on danse, tout le monde danse. C'est une valse. C'est une valse. Le premier tour est à vous. Le premier tour, vous enregistrez. Merci. Пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами, я подошел к княжне и пригласил ее вальсировать. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившись в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал 3 тура. Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уж несчастье заслужить вашу немилость, что вы меня нашли дерзким. Неужели это правда? И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались. Вам это будет довольно трудно. Чего же? От того, что вы у нас не бываете. А эти балы, вероятно, не часто будут повторяться. Знаете, княжна, никогда не должен отвергать кающегося преступника. С отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее тогда. Пардон. Пермете. Ну да что тут. Просто ангажирую вас на мазурку. Что? Что вам угодно? Что же? Разве вам не угодно? Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего. Гораздо свободнее, могу вас уверить. Позвольте. В чем дело? Я прошу вас удалиться. Это еще почему? Потому что княжна уже давно обещала танцевать мазурку со мною. Ну, тогда нечего делать.
Но уж в другой раз... Пьяный господин удалился к своим престыженным товарищам. Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. S'il vous plaît, le troisième tour, la troisième danse. Une danse merveilleuse. Messieurs, engagez les dames. Мазурка! Месье Печорин. К вашим услугам, княгиня. Мэри мне все рассказала. О чем? Полно. Вы поступили как рыцарь. Я вам очень благодарна. Вы очень добры ко мне. Право, я только исполнил свой долг. Ну, не скромничайте. Вы молодец. Благодарю. Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы. Но признайтесь, вы этому одни виновны. У меня не было случая, княгиня, быть представленным. Но вы дичитесь всех так, что ни на что не похожи. А ведь я знавала вашу матушку и очень дружна с вашими тетками. Да, вот перед самым отъездом видела с Марьей Алексеевной. Я почти не бываю у них. Ну, полно дичиться. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли? Почту за честь бывать у вас. То-то. Пойдемте. Я не хочу оставлять ее одну. Впечатление, произведенное на княжну неприятную сцену, мало-помалу рассеялось. Личико ее расцвело. А все-таки вы странный человек. Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников. Я боялся в ней исчезнуть совершенно. Вы напрасно боялись, они все прискучные. Все? Неужели все? Все. Даже мой друг Грушницкий? А он ваш друг? Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных. Но в разряд несчастных. Конечно. А вам смешно? Я бы желала, чтобы вы были на его месте. Что ж, я был сам некогда юнкером, и право, это самое лучшее время моей жизни. А разве он юнкер? А я думала... Что вы думали? Ничего. Кто та дама? Которая? Вон та, осененная розовыми перьями в пышном платье. Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Мы распростились, и я пошел ужинать. Ага, так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасший ее от верной смерти. Доктор, я сделал лучшее. Спас ее от обморока на бале. Как? Расскажите. Нет, отгадайте. О, вы, отгадывающий все на свете. Ума не приложу. По-моему, тут ничего такого не случалось. Пойдемте ужинать. С превеликим удовольствием. Печорин? Да. Благодарю тебя, Печорин. Ты понимаешь меня?
Нет. Но, во всяком случае, не стоит благодарности. Как? А вчера ты разве забыл? Мэри мне все рассказала. А что, разве у вас нынче все общее и благодарность? Пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем. Видишь, я ее люблю до безумия. Я думаю, я надеюсь, она также меня любит. Послушай, у меня есть для тебя просьба. Ты будешь нынче у них вечером. Обещай мне замечать все. Я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин. Женщины, кто их поймет. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков. Впрочем, переменим материю. В 9:00 мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я увидел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Леговских. Добрый вечер. Ты нас совсем забыла. Миша никак не отпускает меня. Вы сами избаловали его. Да, наверное. Вот, наконец, могу представить тебе спасителя Мэри. Месье Печарин. Очень приятно. Я уже говорила о вас в Вере, так что не дичитесь. У нас все по-домашнему. Идите сюда поближе, вам будет здесь... Ну, что любимая, твои глаза. Довольна ли ты моим послушанием? Да, очень. Любила их, когда слеза невольной грусти в них сияла. Ты должен непременно понравиться княгине, тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться. Только? Ты знаешь, что? Что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться. И я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь. Тому, что говоришь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя. Любила. Ты это знаешь я, очень хорошо. Когда слеза. Ты можешь поступать, как тебе угодно. С тех пор прошло слишком много времени. Ой, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру. Я чувствую, что я слабею. Со дня на день. И несмотря на это. Прекрасно. Шарман. Это было очаровательно. Шарман. Она сегодня как будто чего-то стесняется. У вас удивительно послушный голос. Он звучит и на низких, и на высоких одинаково непринужденно. Мне это тем более лестно, что вы меня вовсе не слушали. Но вы, может быть, не любите музыку? Напротив. После обеда особенно. Грушницкий прав. Говоря, что
У вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Мэри, я прошу для меня вот то, что вы разучивали с Семеном Васильевичем. Мену, мама, c'est à deux fois. Нет, нет, я не о том. А, вот это? Да-да, пожалуйста. Мсье Грушницкий, помогите мне перевернуть страничку. С удовольствием. Почту за честь. Жизни. Я думаю только о тебе. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки. А я клянусь тебе, я прислушиваюсь к твоему голосу. Чувствую такое глубокое, странное блаженство. Тише. Что? Что самые жаркие поцелуи и не могут заменить его. За что она меня так любит, право не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Шампанское? Но что случилось? Я произведен. О, я поздравляю. Давай бокалы. А я вас не поздравляю. От чего, доктор? От того, что солдатская шинелька вам очень идет. И признайте, что армейский пехотный мундир, шитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного. Толкуйте, толкуйте, доктор. Вы мне не помешаете радоваться. Ну что ж, за эполеты. Он не знает, сколько надежд придали мне эти эполеты. Ой, эполеты, эполеты, ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. Ты идешь с нами гулять к провалу? Я ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир. Прикажешь ей объявить о твоей радости? Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу ее удивить. Скажи мне, однако, как твои дела с нею? Как ты думаешь, любит ли она тебя? Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия? Как можно так скоро? Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет. Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти? Братец, на все есть манера. Многое не говорится. Отгадывает. Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает. Она? Мне жаль тебя, Печорин. Вот увидишь, на балу буду с ней танцевать целый вечер. Когда же бал? Разве не знаешь? На следующей неделе здешнее начальство взялось устроить большой праздник. Я сегодня заказал мундир как раз к балу. Пошел! Эй, пошел!
До сих пор в этой шинели он был исключением. А теперь подойдет под общие правила. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. Он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать наших знакомых. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Вы опасный человек. Но это правда. Они носят светло-голубые галстуки и исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам, вздыхая о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Что поделаешь, их вводят в заблуждение петербургский покрой сюртука. Я вас прошу, не шутя. Когда вам вздумается обо мне говорить дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, вам это не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже? Да. Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. Но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял. И я научился ненавидеть. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. Библейский. Мэри, не подходи так близко. Вы, кажется, пришли сюда вовсе не для того, чтобы увидеть провал. Я уже бывал здесь и не раз. Но княжна тут впервые. А ты не оставил ей минуты полюбоваться на скалы. Вера, ты сама же просила меня быть в стороне. Я отгадываю, к чему все это клонится. Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь. Но если я ее не люблю... То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. В Кисловодск? Зачем? Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине. Внизу княгиня Леговская. А рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Ты приедешь? Конечно. Я сегодня же пошлю занять эту квартиру. Прости мою глупую ревность. Но мне так скучно без тебя. Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей не самая ли это сладкая пища нашей гордости? Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого.
Идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии. Они принадлежность юности сердца. И глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Скажите, доктор, хорошо на мне сидит мундир? Ну, конечно, можно догадаться, что он сшит не в Петербурге. Ну, по местным понятиям, совсем не дурно. Грушницкий явился за полчаса до бала в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Самодовольствие, вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Проклятый, как подмышками режет. А зато все-таки поспели к балу? Нет ли у тебя духов? Помилуй, чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой. Ничего, ничего, давай-ка сюда. Ты будешь танцевать? Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку. Я не знаю почти ни одной фигуры. А ты звал ее на мазурку? Нет еще. Смотри, чтоб тебя не предупредили. В самом деле, прощайте. Пойду дожидаться ее у подъезда. Вокруг собрания теснился народ. Окна его светились. Звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно. Мне было грустно. Ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал. Вы также переменились. Я? Я переменился? О, никогда. Вы знаете, что это невозможно. Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собой ваш божественный образ. Ой, перестаньте. Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно так часто внимали благосклонно? Потому что я не люблю повторений. Я думал безумно, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться. Нет. Лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашему вниманию. В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу. Не правда ли, месье Печорин, что серая шинель гораздо более идет месье Грушницкому? Я с вами не согласен. В мундире он еще моложавее. Мэри! Мэри! Да-да! Я этого не ожидал от тебя. Чего? Ты с ней танцуешь мазурку. Ну так что же? Она мне призналась. Разве это секрет? Разумеется. Я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Но уж я отомщу. Пеняй на свою шинель или на свои палеты. Зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь? Понимаю. А кто же надеется? Ты выиграл пари. Только не совсем. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то
всегда приводила меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни перейти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я сочинителем мещанских трагедий и семейных романов? Почему знать? Месье, engagez les dames, мазурка! Я давно буду спать эту неделю. Этому виноват Грушницкий. У вас очень мало самолюбия. А чего вы думаете, что мне веселее с Грушницким? Я жертвую счастью приятеля своим удовольствием. И моим. А признайтесь, что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он казался интересен. В серой шинели. Есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту. Почему это вас удивляет, доктор? Входите же. Правда ли, что вы женитесь на княжне Лиговской? А что? Весь город говорит. Все мои больные заняты этой важной новостью. А уж если больные, такой народ, все знает. Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск. И княгиня также? Нет, она остается еще на неделю здесь. Так вы не женитесь. Доктор, доктор. Посмотрите на меня. Неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное? Я этого не говорю. Но вы знаете, есть случаи, в которых благородный человек обязан жениться. Есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь на водах преопасный воздух. Сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец. Даже, поверите ли, меня хотели женить. Вас женить? Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы. Тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние, 50 душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен. Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег. Про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи. Это Грушницкому даром не пройдет.
Многие из прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан. А теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такая растрепанная прическа, такой гордый, храбрый вид. Простите, что я без докладу. Вы на меня сердитесь? Нет. Что с вами? Вы меня не уважаете. Княжна, поверьте, я... Оставьте меня. Простите меня. Я поступил как безумец. Этого в другой раз не случится, я приму меры. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте. Вот уж 3 дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром нарзан называется богатырским ключом. Слободка, которая за крепостью населилась, в ресторации, построенной на холме в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздается до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два эти ремесла... Есть тьма охотников. Я не из их числа. Берегитесь, мой друг. Здешние жители, не шутя, утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви. Что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением. Здесь все таинственно. Вот-вот. Любезный доктор, вы, кажется, опять хотите меня предостеречь. Но поверьте, ничто на свете не заставит меня скакать по ночам в Пятигорск. А я как раз собирался сообщить вам, что Лиговские не далее, как сегодня, переедут сюда. Вы все-таки думаете, что я способен полюбить княжну? Одна женщина полюбила меня за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума. С тех пор, как поэты пишут, и женщины их читают, за что им глубочайшая благодарность... Их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту. Забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом. Вы говорите о них с такой злостью, точно никогда не жертвовали для них спокойствием или честолюбием. Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их в 100 раз больше с тех пор, как их не боюсь,
и постиг их мелкие слабости. Вот именно. Боже упаси, боятся женщин. Они как заколдованный лес. Помните у Тассо? Лес в освобожденном Иерусалиме. Только приступи, на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, боже упаси, долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение. Надо только не смотреть, а идти прямо. Мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, и обернешься назад. Да, кстати, а что Грушницкий? Все бунтует со своей шайкой. Он уже и здесь успел поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно. Несчастье развивает в нем воинственный дух. Да, видно, я был прав. Шинель придавала ему исключительность, а эполеты только подвели его под общие правила. В верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать подкумок вброд. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. Не дурно! Смотрите наверх! Это ничего. Только не бойтесь, я с вами. Благодарю вас. Я обвил рукой ее гибкую талию. Моя щека почти касалась ее щеки. Что вы со мной делаете? Боже мой, оставьте меня. Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Когда мы выбрались на берег, княжна удержала свою лошадь. Или вы меня презираете и очень любите? Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Ой, это было бы так подло, так низко, что одно предположение. Не правда ли вам не нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте. Говорите же. Я хочу слышать ваш голос. Вы молчите? Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю? Хотите ли этого? Зачем? Она пустилась во весь дух по узкой и опасной дороге. Я подумал, что она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль доставила мне необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. А еще слову «добрым малым» и добиваюсь этого названия. Я ехал через Слободку. Огни начинали угасать в окнах. В одном из домов, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение. По временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку.
Я слез и подкрался к окну. Всегда зазнаются, пока не ударишь по носу. Да он думает, что он только один и жил в свете. От того, что носят всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. И что за надменная улыбка? А я уверен, между тем, что он трус. Трус! Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте. А Печорин все обратил в смешную сторону. Да хорошо, Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну. Вот еще что выдумали. Я, правда, немножко волочился за княжной. Немножко, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться. Компрометировать девушку – это не в моих правилах. Пардон, никто здесь его не защищает? Никто, тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит. Да, нас позабавит. Всегда за забаву. Только как? А вот слушайте. Грушницкий на него особенно сердит. Ему первая роль. Первая роль? Да. Хорошо, согласен. Он придерется какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль. Да. Все это вызов, приготовление, условия будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Хорошо. Только вот где закорючка. Что? В пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит. На шести шагах их поставлю, черт возьми. Согласны ли, господа? Это прекрасная мысль. А ты, Грушницкий? Я с трепетом ждал ответ Грушницкого. Если бы Грушницкий не согласился, я бросился к ему на шею. Будто делает вам одолжение. Хорошо. Я согласен. Берегитесь, господин Грушницкий. Со мной эдак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Берегитесь, я вам не игрушка. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют меня кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитрости и замыслов. Вот что я называю жизнью. Зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если б княжна мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия.
но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство, истинная бесконечная страсть. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего? Княжна Мэри. Часть третья. Сегодня в ресторации представление какое-то? Фокусы? Все это надувательство, господа. Только бы деньги содрать с публики. Поверяю. Я уже собрался уходить. Ну, Фокус, я вас знаю, вы так не увидите. Клянусь, поставил просто на уход. И раздел бедняжку до нитки. Увольно ж ему отыгрываться. Вчера Софья видела, как выгружали его чемоданы. Целая гора. Ну еще бы. По 2 рубля с полтины за билет. Приедет. Да что же еще делать? Что бы вы ни говорили, а я иду непременно. Я слышала, он еще и акробат. Да. В афишке сказано, удивительный фокусник, акробат, химик и оптик. Апфельбау. Апфельбау. Вроде должно быть немец. Мэри! Мэри! Сейчас, мама! Простите. Вы больны? Я не спал ночь. И я также. Я вас обвиняла. Может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все. Все ли? Все. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствия со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, я их упрошу. Или ваше собственное положение... Ну, знаете, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. Отвечайте скорее, жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли? Я вам скажу всю истину. Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю. Оставьте меня. Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал не способен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне руку и сердце, но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. 20 раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту. Но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего.
Сегодня в 10:00 вечера приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме. Я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя. Приходи непременно. Всякий раз, как фокуснику нужен был носовой платок, часы или кольцо, он обращался к Грушницкому, который сидел в первом ряду с лорнетом. Простой платок. Вот это платок. Все видят, да? Пригарды, пригарды мне. Вуаля. А это что? Это фаза. Накрываю. Вуаля. Пустая. Пустая? Oui. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. В исходе 10:00 я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. Я спустился с горы и, повернув ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать, однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась. Никто тебя не видел? Никто. Теперь ты веришь ли, что я люблю тебя? Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Вера. Я долго колебалась, долго мучилась. Но ты из меня делаешь все, что хочешь. Я уверена, что никогда не буду любить другого. Вера. Подожди. Скажи мне. Только правду, слышишь, правду. Что? Хотя, может быть, я не имею права спрашивать. Начались упреки ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее. Ты не женишься на Мэри? Не любишь ее? Вера.
А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия. Бедняжка. Ну, к чему мне любовь молоденькой девочки, на которой я никогда не женюсь? Я знаю тебя. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым, как ты. Вера. Что? Ну, говори. Я люблю, когда ты говоришь. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Говори. Вера. Говори. Говори. Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед ней на столике была раскрыта книга, но глаза ее, полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу. С вами. Ничего, запри хорошенько. Да, Господи, повело нас грешных. Печорин! Печорин, вы здесь? Кто там? Вы спите? Сплю. Вставайте! Воры, черкесы! У меня насморк, боюсь простудиться. Господин капитан! Тревога сделалась ужасной. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах. И, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если бы гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, 2 хищников остались бы на месте. Поутру в городе только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Да казаков-то никаких и не было. Как же были, я сам видел. И вы представляете, он тоже за пистолеты на улицу, а я одна. Ведь надо было, чтобы это случилось тогда, как я... Мы завтракали с мужем Веры в ресторации возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Верить всей этой болтовне. Видел ли их кто-нибудь? Господа, я вам расскажу всю эту историю. Только, пожалуйста, не выдавайте. Судьба... Как это было?
вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить участь Крушницкого. Из другой комнаты он не мог меня видеть. Вечера, как кто-то прокрался в дом к Леговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца. Мы взяли с собой ружье, заряженное холостым патроном. До 2 часов ждали в саду. Наконец уж бог знает, откуда он явился. Только не из окна, потому что оно не отворялось. А должно быть, он вошел в стеклянную дверь. Ну что за колонна? Наконец, видим мы, сходит кто-то с балкона. Какова княжна, а? Ну уж, признаюсь, московские барышни. После этого чему же можно верить? Господа, мы хотели его схватить, только он вырвался. И как заяц бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил. Выстрелили? Не верите? Да я вам честное и благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я вам, пожалуй, назову имя этого господина. Печорин. Мне очень жаль. Печорин. Что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждении самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Клеветы? Прошу вас! Я был там. Прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Милостивый государь, подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью. Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все. Последнее вы уж доказали. Господин капитан. Что вам угодно? Я хотел бы поговорить с вами наедине. С превеликим удовольствием. Господа, не расходитесь, я сейчас вернусь. Ну-с, так что вам угодно? Вы приятель Грушницкого, вероятно, будете его секундантом. Вы отгадали. Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера вечером. А, так это вас ударил я так неловко по голове. Я буду иметь честь переслать к вам нынче моего секунданта. Я буду дома от 5 вечера. Доктор согласился быть моим секундантом. Я рассказал ему о разговоре, подслушанном мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами, и дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее. Через час доктор вернулся из своей экспедиции. Противовосточный заговор. Я нашел у Грушницкого драгунского капитана еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять калоши. У них был ужасный шум и спор. Когда я взошел, они вдруг замолчали. Однако я успел понять, что драгунский капитан подбивает Грушницкого на какое-то нечистое дело. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах 5 отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выйдем полчаса после них.
Стреляться будете на 6 шагах, этого требовал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов теперь... Вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулю один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство. Но в военное время, особенно в азиатской войне, хитрости позволяются. Только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы показать им, что догадались? Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны, я им не поддамся. Что же вы хотите делать? Это моя тайна. Смотрите, не попадитесь. Доктор, я вас жду завтра в 4 часа. Лошади будут готовы. Прощайте. И все-таки подумайте. Ведь на 6 шагах... Честь тебе. Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. А? Господин Грушницкий... Ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы бросим жребий. И тогда... Тогда... Что, если его счастье перетянет? Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Наконец рассвело. Нервы мои успокоились.
Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал в купальню. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны, свеж и бодр. Нам пора. Отчего вы так печальны, доктор? Разве вы 100 раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь, могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мной сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений. Пожалуй, вы бы так и поступили на моем месте. Конечно! Мы мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье. Я помню, в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами. Написали ли вы свое завещание? Нет. А если будете убиты? Наследники отыщутся сами. Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Во мне 2 человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... Посмотрите. 3 фигуры. Это, кажется, наши противники. У подошвы скалы в кустах были привязаны 3 лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьичем. Мы давно уж вас ожидаем. Еще 2 минуты. Извините. Видимо, мои часы уходят. Господа, мне кажется, что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условием чести, вы бы могли объясниться и кончить это дело по-любовно. Я готов. Объясните ваши условия и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены. Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинений. Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи. Что же я вам могу предложить, кроме этого? Мы будем стреляться. Пожалуй, только подумайте, что один из нас непременно будет убит. Я желаю, чтобы это были вы. А я так уверен в противном. Позвольте вас на минуту.
Капитан взял Грушницкого под руку и отвел его в сторону. Послушайте, вы верно забыли про их заговор. Вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу. Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае странный вы человек. Господа, это становится скучно. Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться. Мы готовы. Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов. Вот, кажется, ровно 6. Становитесь. Позвольте. Еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайной, чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы? Совершенно согласны. Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой скалы направо узенькую площадку? Каждый из нас станет на самом краю площадки. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Ну что ж, пожалуй. Я согласен. Я поставил Грушницкого в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощаясь слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Отправимся, господа. Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором. Я вам удивляюсь. Дайте пощупать пульс. Пожалуйста. Ого, лихорадочный. Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенно. Осторожно! Держите! Что это? Еще немного, и он бы свалился вниз. Берегитесь, Грушницкий! Не падайте заранее, это дурная примета. Пришло же вам в голову лезть на эту скалу. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Насколько я понял, вы предлагаете отмерять прямо отсюда? Да. Тот, кому выпадет жеребий, встанет спиной к пропасти. А если первый не будет убит, то они поменяются местами. Ну, разумеется. Так тут и раны будет довольно. Бросьте жребий, доктор. Решетка. Орел!
Вы счастливы? Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Пора. Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Я уверен, что он выстрелит на воздух. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам... Ни за что на свете, доктор! Вы все испортите, вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит? О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь. Капитан между тем зарядил пистолеты, подал один Грушницкому, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колено его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. Не могу. Я не могу. Трус. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края. Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся. Теперь твоя очередь. Становись. Обними меня, обними. Не бойся, не бойся. Все вздор на свете. Натура дура. Судьба. Потом Иван Игнатьич со слезами обнял Грушницкого. И вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То была и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку. Господа, кончимся скорее. Не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. Господин Грушницкий, я вам советую перед смертью помолиться Богу. Не надо заботиться о моей душе. Стреляйте скорее. И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? Подумайте хорошенько. Не говорит ли вам чего-нибудь совесть? Господин Печорин, вы здесь не для того, чтобы исповедовать. Позвольте вам заметить. Хорошо. Доктор, подойдите ко мне. В чем дело? Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова. И хорошенько. Не может быть! Не может быть! Господа, я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пуля выкатилась. Так это не моя вина. А вы не имеете права перезаряжать. Господа. Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю. Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Позвольте, позвольте. Доктор, я решительно протестую. Оставь их. Ведь ты сам знаешь, что они правы. Ох, дурак же ты, братец, пошлый дурак. Уж положился на меня, так слушайся во всем. Довольно говорить. Оставь это. По делам же тебе. Околевай себя, как муха. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.
Грушницкий, еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями. Стреляйте. Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. «Финита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень, и я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мне сказал, что заходил Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти. Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя, ты поступил со мной, как поступил бы всякий другой мужчина. Я пожертвовала собой, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны души твоей и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было. Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы. Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда. Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Я едва не упала без памяти при мысли, что ты должен драться. И что я этому причиной?
Мне показалось, что я сойду с ума. Мой муж долго ходил по комнате. Я не знаю, что он мне говорил. Не помню, что я ему отвечала. Верно, я ему сказала, что я тебя люблю. Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету. Вот уже 3 часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата. Но ты жив. Ты не можешь умереть. Прощай. Прощай. Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже Веру в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Вера стала для меня дороже всего на свете. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Все было бы спасено, если бы у моего коня достало бы сил еще на 10 минут. Но вдруг при выезде из гор на крутом повороте он грохнулся о землю. Я соскочил, хочу поднять его. Дергаю за повод напрасно. Через несколько минут он издох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком. Ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Все к лучшему. Вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Дома? Дома. Они отдыхают. Только к утру вернулись. Пешком. И лошадь пропала. Доктор! Входите. Откуда вы, доктор? От княгини Легавской. Дочь ее больна, расслабление нервов. Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, все устроено как можно лучше, тело привезено обезображенное. Доказательств против вас нет никаких. Однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации.
Я пришел вас предупредить. Прощайтесь. Может быть, мы больше не увидимся? Вас ушлют куда-нибудь. На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость, я зашел к княгине проститься. Однако это все так ужасно и так неожиданно. Я так поняла, что вы собираетесь оставить нас сегодня же? Да. В предписании сказано, что я должен явиться в крепость немедля. Но вы, видимо, имеете сказать мне что-нибудь особенно важное? Да нет, кроме того, что сказал, что желаю вам быть счастливой и поскорее воротиться домой в полном здравии. Ничего. А мне нужно с вами поговорить очень серьезно. Прошу вас. Послушайте, месье Печорин. Вы защитили дочь мою от клеветы. Стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит, и Бог ему простит, и надеюсь вам также. Что касается до меня, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви? Она вам призналась в своей? Но она больна. И я уверена, что это не простая болезнь. Она не признается, но я уверена, что вы этому причиной. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние. Вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата, она у меня одна. Ну, говорите, что вас удерживает. Видите, я не должна была бы вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь. Княгиня. Мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине. Никогда. Как хотите. Тогда позвольте мне... Подождите. Прошло минут 5. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Двери отворились, и взошла она. Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел до кресел. Благодарю вас. Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся? Вы должны презирать меня. Следственно, вы меня любить не можете. Боже мой. Итак, вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой
Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покоряюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете? Я вас ненавижу. Я ненавижу. Благодарю вас. Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел вступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится. Как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце, он ходит себе целый день по прибрежному песку и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помало отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани.